Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, это Лига Самураев, 3 звезды. В магазине берем пак. Так, паукус нам достается. Его легко узнать по щупальцам. Так, идем сюда, забираем награды и сразиться в боях. Ну, соответственно, мы с тобой будем прокачивать кого? Сплинтера. Так, секундочку, значит, что нам нужно? Найти 3 книжки. И я так понимаю, мы их сегодня не найдем, да? Или найдем? Зашибись, ни одной не дали. Сырный телефон. Мутаген. Опять телефон. Слушай, что-то мне не нравится это все дело. Вот эти книги мне нужны, понимаешь? 3 штуки. И почему-то мне их не дают. В чем проблема? Вот, раз, только первая выпала. Вторая. Давай еще одну, мне нужно 3. Так, сырный телефон. Последнюю, да что ты будешь делать? Ну, третья, да, ребята. Только 3 книги и нашел. Так, нам нужно будет еще с тобой найти 9 биноклей и 14 кружек. Но это уже в других сериях. Здесь мы забираем награды и поднять уровень персонажа. Так, я помню, вы просили прокачать Супер Шреддера на 100 уровень. Кто-то просил даже Джастина. А может быть, мы с тобой Ваньку лучше прокачаем? 65 уровень. Слушай, ну если мы вот так вот будем его качать по 2 уровня, то он быстренько у нас станет 90-м, а может быть и соточкой. Как я тебе обещал, после того, как мы прокачаем сплинтера, будем прокачивать Ваньку. Именно по навыкам. Пулеметная дробь, лучший друг Ивана. Из России с любовью. И базука. А что у него за пассивка? Твердые убеждения. Так, стиранка призывает защитить Россию-матушку. В начале хода есть вероятность 15% увеличить силу атаки союзников на 20%. И это на второй стадии, да? Интересно, что будет на шестой. Это мы увидим скоро. Так, ну что, друзья мои, забираем здесь награды. И погнали, погнали мы с тобой на турнирную арену. Лига самураев 3 звезды, ранг 40-й. Так, секундочку, подожди. Давай сразу зайдем вначале в магазин. И возьмем с тобой ДНК на Леонардо Космос. А по жетонам мы с тобой возьмем... Так, подожди, секундочку, я уже забыл, что мы хотели с тобой приобретать. Мы можем взять Слэша. Кожеголового. Может быть... Ага, вот у нас Леонардо Видение. Давай возьмем. 3 ДНК взяли. Все, как говорится, жетоны мы с тобой потратили. И теперь уже можно со спокойной душой идти на турнирную арену. Так, давай попробуем обновить. 14-18. А что-нибудь посерьезнее дадим? О, 15-19. Это у нас Педро. Ну что, друзья мои, давайте пробовать. Тут, я смотрю, 50 уровень, поэтому давай-ка попробуем с тобой отыграть всех наших слабых персонажей. Для этого мы с тобой, естественно, берем с хвоста. Я думаю, Леонардо здесь один справится, тем более у нас с тобой достаточно откатов. Могу себе, как говорится, позволить. Сегодня будем такое делать мини-буст. Я не говорю, что мы с тобой быстренько рванем, но мелких можем отыграть. Если мы хорошо отыграем, то, возможно, мы сегодня дойдем с тобой до мастера 2 звезды. При желании это можно сделать. Так, 15-19. Невилл. Окей. Невилл, так Невилл. Берем теперь Армагона. И с Армагоном будут у нас остальные ребятульки выходить. Все прекрасно понимают, что Армагону достаточно один раз швырнуть валуном, и все они упадут. А потом можно будет по очереди делать откаты. Это у нас кто еще с собой из массовиков сейчас остается? Это Усаги.
Супер Шреддер. И все, вроде бы. Из таких прокачанных это все. Ну, да, ребята, все, мы вернулись. Но это только начало. Так, 19-15. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, 20-16, а? Я вас прошу, я вас умоляю просто-напросто, а? Не-а, не хотят. Или слишком долго нужно ролить, чтобы выпал такой шанс. Ладно, возьмем тогда с тобой Серегу. Возьмем Серегу, берем с тобой Усаги. Так, Майки, подожди пока. Да что ты, Мондагека теперь лезет. Вот они неугомонные. Раз, два, три, четыре. Слушай, знаешь, что я подумал? У нас с тобой по 5 персонажей, да? За одну катку. Их всего 90. Блин, мы можем с тобой не успеть подняться. Это сейчас Лига Сёгунов одна звезда. Ну, в лучшем случае 3 звезды будет. До мастера вряд ли мы доберемся. Слишком низко нас, как говорится, сбросили. И подниматься слишком тяжело. 96-я была позиция, становится 75-я. Да, ребята, по 20 ступенек, если проходить, не выйдет ни шиша. Но, тем не менее, мы не будем с тобой терять надежду. Попробуем. А вот еще, да и получится все-таки. Так, давайте что-нибудь такое наше, отечественное, а? Вот, Михаил, 15-20. Блин, я вот сколько раз замечаю, ребята, именно наши соотечественники дают довольно неплохие кубки. Все там дают там 15-18. А он взял, Михаил, и дал нам самый такой топовый буст. Именно двадцаточку. Ну что, тут, естественно, Армагон сейчас сделает свой козырный удар валуном, и все эти ребята рассыпятся. Даже тот самый Донателло, который стоит, который не падает от удара Леонардо, я тебе хочу сказать. А вот именно от удара Армагона он просто сыпется. Даже если, ребята, брать уровень посерьезнее, там где-то 60-70. Я уже тестил, проверял. Так, ну что, какая это будет? 55-я? 58-я? Ну вот я тебе говорю, 20 ступенек где-то мы с тобой пролетаем. То есть, если повышаться по рангу, нужно 5 боев сделать. Вот теперь делай выводы. Так, кто там у нас? Гёс. Ну-ка давай возьмем Гёса. Слушай, откуда у меня столько откатов? Где я успел накопить? Ну, в принципе, ребята, я в игру не играл, а заходил периодически и выполнял вот эти ежедневки. Просмотр рекламы, чтобы получать по 10 откатов. В принципе, таким макаром и накопил специально для этой серии. Сегодня у нас что будет? 9-6 сила. Вы все прекрасно знаете, что я ее прохожу с закрытыми глазами, но тем не менее, только лишь из-за того, что там есть ДНК на нужные нам персонажей, мы с тобой его будем проходить. Так, здесь будет какая-то... Ага, 29-я позиция, то есть еще где-то, ну, 2 боя получается, грубо говоря, и мы с тобой уже будем в Лиге Сёгунов 2 звезды. Лига Сёгунов... Вот, так, Винсент, отлично, давай... Тихо, Майки, подожди. Твоя очередь еще не пришла. Вот, видишь, уже половину мы с тобой отыграли. То есть Лига Сёгунов 2 звезды. Там минус 5 боев. Блин, не хватит нам, наверное, с тобой. Или вот только-только мы зайдем до 3 звезд. Это я тебе еще раз говорю. Мы отыгрываем с тобой маленьких, слабеньких персонажей с одним имбовым. Вот такая вот у нас с тобой тактика. И... 10-я позиция, ё-моё. Я думал, перескочим. Так, 15-20, подожди, а дадут что-нибудь посерьезнее уже? По идее, надо 16-21 давать с таким бустом. Но нет, все равно дают 15-20. Хорошо. Я беру Армагона. И вместе с Армагоном идут 45-е. Пока, друзья мои, нисколечко не боюсь. Потому что 57-е уровни против соточки Армагона — это просто мясо. Он их будет рвать и метать. Смотри внимательно. Вот он берет валун. И все, вообще шанса нету. Просто. Я понимаю, если бы кто-то там выживал, ну, с микронами, да, на ХП, а они просто все падают.
Ну что же, двигаемся дальше и переходим с тобой, соответственно, в Лигу Сёгунов. Две звезды, а позиция у нас 87-я. Ну что, как минимум рассчитывать надо на 4-5 боя. Это как минимум. Если нам, конечно, здесь еще не повезет по кубкам, я ищу 16-21, но по ходу дела зря я этого ожидаю. Не хотят давать. Ладно, придется по их правилам играть. Берем с собой Райна. Опять же я делаю откат на Армагона. Раз, два, три, четыре. Все меньше и меньше персонажей. Так, ну ладно. Как говорится, на одном дыхании с тобой пройдем. Наша задача главная какая? Выбиться в топ, получить осколки платиновые, да? Нам придется играть с тобой сколько? Ну, месяц. Месяц, чтобы прокачать следующего персонажа в платиновый ранг. Там уже, кстати, надо будет подумать, кого будем следующим прокачивать. Ванюшку мы на этой неделе качнули, да? Теперь будем потихоньку думать, кто будет следующий у нас. Блин, да дайте мне, пожалуйста, 16-21. Ну что вам стоит? Не, они хотят. Меня вот это вот раздражает. Вот, было, ё-моё. Вот, отлично, пошло дело. Так, Пабло. Берем его. Кстати, уже 61 уровень. О как. А у меня еще до сих пор 50-е. Но все равно, я думаю, что Армагон здесь справится. Сейчас проверим даже. Все равно он будет первым у нас бросать этот валун. Итак, смотрим. Да, ребята, вообще не дают шансу нашим противникам здесь что-то сделать. Просто всех на повал. Ну что же, отлично. Двигаемся с тобой далее. Так, сегодня будут у нас, ребята, драконы-всадники Олуха. Плюс сегодня у нас закончился сезон в растении против зомби-герои. Так что эта игра сегодня тоже будет. Тимофей. И на втором канале будет Фураджер. И что-нибудь еще. Так что не пропускай, заходи, смотри и наслаждайся. Раз, два, три, четыре. Ну, слушай, еще где-то боевок 7 у нас с тобой будет. Ну, судя по тому, сколько у нас персонажей осталось. Ну что, Армагон, давай, делай свой выстрел козырный. 61 уровень, естественно, тоже падают. Хотелось бы мне посмотреть. Слушай, подожди-ка. Ты, кстати, сейчас заметил, что у Армагона почему-то была неполная шкала здоровья. Перемотай назад и глянь, когда он валун бросил, почему у него отнялось ХП. Не понял я юмора. Враги не успели в этот момент сходить, вообще никто. Но у нас с тобой кто-то отнял четверть здоровья. Странно. Интересно. Хм. Так, Раби. Ну что ж, давай возьмем Раби. Опять же возьму Армагона. Почему, ребята, я беру сейчас Армагона? Ну потому что Леонардо и Усаги, они у нас постоянно везде в топчике, да? И мне просто хочется поиграть именно нашей космической акулой. Ну-ка, давай проверим. Да и хотелось бы посмотреть, какой все-таки предел у Армагона. Вы же его только недавно прокачали до 100 уровня. С какими противниками он справляется на изи, а с какими нет? Потому что, насколько мы знаем, Леонардо, например, не очень хорошо справляется с Донателлами. Причем разных эпох, да? Не справляется и все. Так, что у нас тут? Армагону, мне кажется, по барабану. Какие там классы, спецклассы. Из каких мультиков и сериалов он все равно будет всех валить налево и направо. Ну-ка давай. И уровень у противника почему-то не повышается. 59-61. И это уже на протяжении, наверное, боев 8. Ладно, нам-то все равно. Нам лишь бы получать кубки. Видишь, за каждого персонажа дают плюс 20. И все это суммируется. Плюс побежденные противники. И вот результат. Так, мы с тобой перешли в Лигу Сёгунов 3 звезды. Слушай, а может быть все-таки дотянем до мастера, а? Было бы очень круто. Так, Доминик, давай посмотрим. Может быть нам дадут
17.22, хотя я в этом почему-то сомневаюсь. Но надежда умирает последней. Не хотят давать. 16.21 это, по-моему, максимальный предел, который мне сейчас допустим. Да, ладно. Сейчас кого-нибудь... О, Доминик. Опять к нему вернулись. Поехали. Берем Армагуна. Здесь, как ты видишь, 61-й. Да, Майки, отойди. 61-й, 58-й. Ну, то есть враг стоит у нас в районе 60-го уровня. Не повышается и не понижается. Хотя мы с тобой по лиге растем. Мы уже практически в лиге сёгунов 3 звезды. И это очень странно. Но я тебе уже раньше говорил, что все занимают свою определенную нишу и в ней сидят. Даже когда мы с тобой, например, заходим в топчик, и если кто-то будет тоже доходить до самых высоких рангов, он может встретить мою команду, но немножко измененный состав у нее будет. Во-первых, мои персонажи будут слабее, они не будут сотого уровня. Потому что здесь максимально допустимый 79-й. Раз, два, три... 4. И состав наверняка будет изменен. Хотя фотография может быть именно моя. Вот так вот. Ну что, давай, Армагон, бомби. Есть контакт. Даже как-то тебе сказать неинтересно, потому что на изи проходим. Вообще никаких усилий нету. Никакого сопротивления. Ну что, 51-й ранг, как ты видишь. Так, берем. Это фотография с паспорта, что ли? Так, тихо, Майки, подожди. Тут еще есть кандидаты у меня. Мы только с тобой дошли до 60-61 уровня. То есть Армагон, грубо говоря, всех вытянул за уши, да? Из этой кабалы. И, естественно, всех продолжает бомбить. Никому не дают шанса здесь даже трепыхнуться. Чтобы там кто-то мог бы удар сделать или еще что-нибудь. Все хвалит. И это круто. Так, позиция у нас уже 35-я. Слушай, ну где-то боя 2 еще, да? Вот, 16-22. Это у нас Густаво. И тут я вижу Майки 65-го уровня. Кстати, 65-68. Уже ближе к 70-м, да? Уровнем подкрадываемся мы с тобой. Но я думаю, что в этой серии мы 70-ников не увидим. Не успеют они, наверное, дойти до нас. Ты видел? То есть 70-й уровень, в принципе, Армагон вырубает. Он справляется, причем, опять же, легко. Так что у него еще запасик есть. Ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Какая, 15-я? Ну вот, 16-я позиция. То есть, ребята, в лучшем раскладе, да, сейчас вот именно, мы можем перейти... А в лигу сёгунов 3 звезды. Так, Майки, подожди. Вот так вот. Все, уже, в принципе, со следующего боя можно Армагона даже не воскрешать. Не делать откат, потому что мы уже дошли до наших топовых персонажей. Бам, опа. Смотри, опять Донателло, а? Опять выживает Донни. Значит, у Армагона тоже, ребята, нету достаточно силы пробить именно... Донателло. Они сами по себе какие-то живучие, да, друзья мои. Лига мастеров. Одна звезда. Это круто. Возьмем с тобой здесь Али. Ну и поехали. Как ты понимаешь, с этой имбовой колодой, да, с нашими персонажами, они ничего не смогут сделать. Единственное, да, у нас с тобой нету массовых атак. Хотя, почему нету? Супер Шреддер, например, но он всех не ушатает. Давай-ка, наверное, послышу, зарядим. На. И супер волна. Все, друзья. Великолепно. Конечно, хотелось бы перейти в Лигу Мастеров 2 звездочки, но... Не хватит элементарных персонажей у нас. Сейчас где-то 75-е, да? Даже 79-е. Ну вот, в принципе, как-то так. Хан. Айфа. Ничего себе, ну ладно, давай возьмем.
Берем Рафаэля, Дони, Рокзара. Как раз все, да, ребят, все отыграны. Вот я обожаю, когда именно все персонажи у нас с тобой отыгрываются. И не надо никого в откат делать. Ну, ты понял, да, к чему я? Здесь тоже переживать не стоит, потому что мы здесь справимся своими силами. Так, Пит, ну-ка попробуем тебя, наверное, через апперкотик наказать, отлично. Так, Дони, на, нормуль. Ну, Джастин, выход твой. Так, понизил броню, как ты видишь. В ответ мы удар от Майки принимаем, да? Ну и Донателло. Ой-ой-ой. Ну посмотри, он сам по себе крепкий, очень крепкий. Вот не пробить его, не уничтожить сразу же. Сопротивляется как только может. Ну вот, вот, друзья мои, мы прошли с тобой арену. Занимаем мы с тобой какую позицию? Покажите мне, пожалуйста. 62-ю. Лига мастеров, одна звезда. Так, ну что же. У нас с тобой идут испытания. Блин, как же я хочу усиление технорома, а, уже начать проходить. Значит так, классическую бойню мы с тобой в прошлой серии прошли полностью, от и до. Сегодня будем девичью силу юзать. Так, секунду, можно посмотреть, какие у меня тут. Вот так, наверное, мы с тобой сделаем, да? А раньше, когда вот эти вот персонажи были не прокачанными, я брал, ну, вот этих вот топовых девчуль и проходил ими. Что и вам, кстати, рекомендую, если у вас нет топчика. Ну, как ты понимаешь, здесь мы с тобой ставим автобой. И они просто-напросто их тут всех шинкуют. Нам ничего здесь абсолютно делать не придется. И так, в принципе, весь этот забег. Именно все полностью испытание. А через два дня у нас откроется усиление технодрома, где мы с тобой будем, ну, во-первых, проходить это испытание, это раз. А во-вторых, по возможности фармить Кренга. На Кренга, как я тебе говорил, мне нужно очень-очень много ДНК. 80 ДНК. Даже если за один фарм получать это при огромном везении три карточки. Ух, это очень много. Тут, понимаешь, я бы фармил бы, да хоть каждый день. Здесь дело в другом. Именно в телепортах. Чтобы одну катку сыграть, нужно потратить 4 телепорта. То есть, соответственно, 10 роллов ты делаешь. Ну, ролл, не роллов, которые едят, а ролить. 10 раз проролить, это 40 телепортов нужно оставить. То есть, довольно дорогое такое увлечение. Но, тем не менее, как говорится, если тебе этот персонаж нужен, ты найдешь, так сказать, резервы, да? Чтобы это все дело провернуть. Так, ну что, у нас с тобой Карайка, потом будет морзильная кошка, которая, в принципе, нам не нужна. В этом забеге меня интересуют только два персонажа. Это Шинигами и Кунай. Какая Кунай, ё-моё? Кунаичи, конечно же, друзья мои. Эйприл Кунаичи. И все. Потому что раньше нам еще нужна была Алапекс, но, как ты знаешь, мы ее уже с тобой прокачали. Единственное, что нужно будет ее перевести в платиновый ранг. А вот на самом деле, друзья мои, кого бы нам следующим взять и перевести в платиновый ранг? Я уже даже не знаю. Может быть, хотел сказать Кренга. Кренг-то еще, извини меня, 5 звезд имеет. Если бы у него, точнее, как 5 звезд, он имеет 4 звезды золотые. Его нужно перевести в 5 звезд. После этого уже, когда у тебя будет достаточно осколков, ты сможешь его перевести. И многие ребята вот спрашивают, например, а как ты получил того персонажа или другого? Я уже, ребят, наверное, в каждой серии, в предыдущих, да, рассказывал, как получить того или другого персонажа. Не получится у тебя сразу получить определенного персонажа, если, конечно, он тебе не выпадет из какого-нибудь пака. Да, ребят, такое бывает, что ты открываешь пак, а тебе выпадает персонаж. Причем не то, чтобы там, например,
с одной там бронзовой звездой. Он может даже выпасть с тремя. С тремя золотыми звездами. И такие, кстати, комментарии очень-очень часто, ребят, появляются. Есть такие вопросы. Для чего нужно уклонение? Для чего нужен крит? Я не знаю, ребят, как вам это объяснить? Что такое уклонение и крит? Они как бы сами за себя уже говорят. Для чего они нужны? Крит, естественно, нанести критический удар у ворот, чтобы уклониться от удара. Провокация — это если ты наоборот стоишь и защищаешь всю команду своим телом, это провокация. Причем провокация бывает тоже разная. Например, у Рафаэля провокация с контратакой. У Рокзара, например, провокация. Он когда встает, да, в стойку, он еще бафает двоих соседних своих бойцов на атаку. И есть персонажи, которые не имеют провокации, например, но очень хорошо делают баф. Такие как, например, Крис Брэдфорд. Вот почему я тогда и говорил, что Тимати меня не устраивает в плане того, что он берет провокацию, а выхлопа от него нет сильного. Понимаешь? Он взял провокацию, максимум, что он может сделать, это на следующий ход повысить всем крит-атаку. Но крит-атака, понимаешь, как бы тебе сказать, без усиленной атаки она в принципе нафиг не нужна. Вот если у тебя усиленная атака стоит под усилением, и на нее наложить крит-атаку, тогда, поверь мне, это будет имбово. А вот этой вот разницы ты не почувствуешь. На обычную атаку повесить крит — это то же самое, как встать в провокацию без защиты. То есть ты стоишь, тебя разбирают. Но когда ты стоишь в провокации с усиленной защитой, тогда ты действительно чувствуешь себя стеной. Вот так вот. Ну что, друзья мои, у нас, по-моему, предпоследний бой, да? Я имею в виду в эпизоде. Как видишь, я еще ни разу даже не взял мышку, чтобы кем-то поуправлять. Они здесь сами все разруливают. И даже босса. А босс, как мы видели, уже там Ирма. Ну, это псевдо-Ирма. То есть это крынги опять придумали какого-то там робота-трансформера, да? В виде подружки Ирмы. Внедрили, как говорится, ее в команду к черепашкам. Ну и узнавали какие-то там данные. Вот я знаю, что Кунаичи, именно Эйприл, когда она прокачана в топ, она очень офигенно бомбит. Особенно вот этот ее массовый дамаг, который она делает электричеством статическим. Там, конечно, да. Так, ну что. Вот она у нас, Ирма. Точнее, жалкая пародия на Ирму. Потому что на самом деле это какой-то огромный робот, в котором сидит опять же Крэнк. Но не тот Крэнк, с которым мы обычно воюем, а обычный рядовой Крэнк. Так, ну что же, мы прошли, и у нас остается с тобой последний эпизод на сегодня. Большего я здесь ничего сделать не могу, ребята, потому что и там пройдено, и здесь пройдено. Так, Шинигами, вот она. Кто-то говорил Синигами, ребят, я тоже раньше говорил, что Синигами, но меня поправили. И сказали, что все-таки надо говорить Шинигами. И я как бы согласился, потому что, ну, Синигами — это как-то, ну, даже не звучит, а Шинигами, да. Ну, достаточно посмотреть мультсериал, там, наверное, я думаю, она попадается, и там правильно ее называют. Мне кажется, это Шинигами все-таки. Так, ну что, здесь у нас идет разбор полетов. Я очень, ребят, доволен тем, что у нас Армагон 100 уровня. Очень крутой чувак. Я очень рад, что у нас с тобой Супер Шреддер прокачанный, потому что есть такие катки, да, куда берешь Супер Шреддера, и там больше нет медиков. Если в этой, например, команде, которую мы с тобой чаще берем, да, присутствуют Леонардо и Микеланджело, а они у нас оба хиллера, то там, где у нас выступает Супер Шреддер, он единственный хиллер в этой команде. То есть это круто, когда он есть. Тем более, смотри, Супер Шреддер — это тебе не Кирби. Кирби — он просто хиллер. У него нету урона. А у Супер Шреддера он и хиляет, и он еще сам за себя постоять может. Причем наносит очень офигенный урон. Даже с постепенкой.
Так, ну что? Ну зачем ты это делаешь, Алео? Вот в конце можно было бы, конечно, обойтись без вот этой вертушки. Так, ну что, Ирма, давай. Удивляй меня, как всегда. Трансформацию свою сделала. Так. Неплохое начало. Посмотри, сколько здоровья отняли. Так у нее 75 уровень. Все, друзья мои, вот тебе и испытание. Оно пройдено от начала до конца и абсолютно на автобое. Но я тебе еще раз говорил, оно мне нужно только лишь ради двух ДНК. Вот, Эйприл Кунэйч. Все. Так, достижение я даже получил. Ну неужели? Назвался груздем. Победи людей и грибов 2000. 5000 мутагена еще. Спасибо. И 3 ДНК. Но этот шреддер у нас уже прокачан, поэтому от этого ДНК мне ни холодно, ни жарко. Так, ну что, жетоны я сегодня отыграл все. Это круто. Что же нам с тобой остается сделать? Нифига у нас сколько ДНК тут накопилось. Я даже не знаю, ребят, куда это все тратить. Потому что сюриков у нас с тобой аж 210 тысяч. В магазине уже давным-давно никого нету, кого можно было бы купить. Жалко, я сюрики не могу обменять, да, например, на вот эти жетоны. Я бы тогда бы здесь с удовольствием бы все накупал бы. Ну что, и ждем с тобой следующую серию уже когда? Когда у нас будет открыт эксперт и сразу же платина. У нас еще немножко сыра, кстати, есть. Давай-ка мы с тобой рискнем. Помнишь, что я хотел сделать? Так, погоди секунду. Блин, ну тут ради Крэнга. Но тут не только Крэнг, тут еще может выпасть и Шреддер классика. Он тоже мне нужен. Ну что, попробуем? Поехали. Осколки серебряные. Ребят, смотрите, я выбил топчик. Топчик, который мне нужен был. Так, ну здесь дальше я не хочу. Давай попробуем здесь. Нет, вот здесь лучше, да? Здесь Бибоп и Рокстеди. Ну-ка. Так, жетоны. Да ладно, осколки. Есть, друзья мои. Выпал Рокстеди классический. Ну вот, вот, в принципе, все. В принципе, и все. Так, что у нас там? Мутагена 27 тысяч. Так, давай зайдем в список с тобой. И где у нас там Ванька-то? Вот он. Вот так вот. Как можно быстрее переведем его в 70-й ранг. Ну а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!